2018 году признать победителями районного соревнования с вручением дипломов среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов сельскохозяйственных организаций. Первое место Шаматульского Ивана Евгеньевича, тракториста-машиниста открытого акционерного общества «Дубняки». Второе место Рабцевича Виталия Ильича, тракториста-машиниста открытого акционерного общества «Возрождение». Третье место Попов Сергея Михайловича, тракториста-машиниста открытого акционерного общества «Люсина Агро». Сельскохозяйственных организаций съемкостью кузова до 30 кубических метров. Первое место Семенчука Владимира Владимировича, водителя открытого акционерного общества «Дубняки». Второе место Рабцевича Михаила Семеновича, водителя открытого акционерного общества «Возрождение». Открытого акционерного общества «Огаревичи». Третье место Тимошкевича Сергея Евгеньевича, водителя открытого акционерного общества «Крышиловичи».